Костяныч, омолаживать старую яблоню, когда начинать? О, и обрезаем на 3/4 каждую ветку, а ствол на какую высоту обрезать? Я пока не вижу дерева, мне так трудно. Дело в том, что, Ирина, мне такой же вопрос задавали, а я не успел хотя бы коротко сказать. Вот, я решил так. Вот вы не первая меня подтолкнули. Мне нужны фотографии. Я наберу фотографии, Яндекс, Google, старые фотографии, нет, не так, старые деревья, вот, и когда крупный план, и вот тогда я буду рассказывать, а вот это дерево, вот здесь отрежу, а вот это, а сам принцип я сейчас скажу, да, 3/4 каждую ветку, если совсем старая, так, а ствол, убирайте половину, не пожалеете. А точнее сказать не могу. Может быть, на самом деле я бы убрал четверть, если бы я видел фотографию. А половина – это общее пожелание. Плюс-минус километр. Заметьте, я так специально сказал. Плюс-минус километр. Потому что я не могу знать точнее. Всем привет из Москвы. Так. Винограду. Так, я Ольге скажу, что это химера. А, ой, вопрос. Химера это. Алексей, ну какая умница. Не скажет, не знает, что такое химера. Вот клянусь вам, они такие простые, вот точно как эти самые оглобли от этих от телек. Они такие простые. Они не знают, что такое химера. Это вы знаете. Мы проходили. Ой, спасибо, вы мне все давление сразу резко. Фу. Вот теперь я с ними рассчитался. Мне неудобно, конечно. Но поверьте, сейчас полезут в эти справочники, узнать, что химера. Но когда они узнают, что такое химера, они тем более скажут, что этого не может быть, и вегетативной миграции не существует. Химера – это пограничное состояние. Мы можем вырвать из нее хороший геном. Из 10 химер одну. А у них нет. А это химера. Вот. А виноград зеленый, сказала лиса. Это, кстати, Латинков же это проходил. И вот тоже это. Он так же, как я, и шаман. Вот, и химера занимается. А правильно, по Латинкову, с громадным уважением говорю. Причем хорошо, что не надо завидовать. Вот, потому что это самое, таким людям нельзя завидовать, им можно только восхищаться. 100-миллиметровая, а это вот, да? Вот здесь родятся и химеры, и вегетативные гибриды. И чем ближе прививки, тем химеристее. Все, хватит. Это Ольга хохотать начнет вместо того, чтобы бежать в библиотеку. Химеристе. Так, ну спасибо, Алексей. Ну как вы вовремя, ну нашли же свой это. Ну что мне сказать, чтобы у меня давление сбилось сразу. Тяжко, честно. Вот, 9 дней, как он умер, у меня болит голова. Ничего не могу поделать. Вот. Всем здравия, Валерий Костинович. Чем и как можно спасти сад Латинкова? Это вы меня спрашиваете. Еще интересный вопрос. Юрий Алексеевич Телемасте говорит о перепаде температур при подготовке семян посадки и пробуждении скрытых свойств. Это его уникальное свойство. Это вот почему он и гений. Вот. Я-то этим не занимался. Этот процесс напоминает крещенские купания, когда три раза погружается, тоже периодично. В этом есть какая-то закономерность. Ну, сравнивать, конечно, с крещенскими купаниями можно, потому что наш организм, он когда-то переживал все, что только можно. В том числе и резкие, и многочисленные, многолетние, когда организм находился в страшном ситуации на грани вымерзания. Уже человек, уже не деревья на грани вымерзания, а человек. Вот, поэтому один замерз, другой выжил. У этого, значит, сработала программа одичания. Одичания. Но не буду я эту тему развивать. Вот. А просто подготовка семян посадки – это очень тонкий момент. Вот я отстал от Плотенкова, я не скрываю этого. Я единственное, что сделал. Мы с Савинич. Вот. Не в этот урожай, а в предыдущий урожай. Когда она еще была студенткой, мы взяли, набрали этих самых лучших сортов, там Фаина, Академия Королевский. Вот, мы взяли, эти плоды заморозили, мы не собирались, она должна была увезти в Красноярск. Не увезла. Так бывает. И они пролежали год и еще часть года.
ну, если считать от созревания, да, созрели, вот, получается год, еще часть года. Потом, примерно пару месяцев назад, я их наконец-то разморозил. Я думаю, мне это Бог посылает. Я всегда подозрением отношусь к тем, что кто-то меня за ниточки дергает. Разморозил, мякоть уже выбросил, температуру померил 27, 27 и переложил на стратификацию. Сейчас они пролежали пару месяцев там, и начиная с завтрашнего дня, подпишу дата, вот, значит, и они последние, сейчас у нас уже днем плюс, вот, и, значит, на балконе застекленном будет так же, ночью плюс, минус, я еще окно открываю специально, чтобы в балконе похолоднее было, вот. И если они взойдут после, это Елена Александровна, вот, больше некому оставить это, если вдруг, вот, оказался друг. Так вот, допустим, зайдут. Не должны бы. 1,5 года. Минус 27. Не должны бы зайти. А балкон, это такая вещь. Там зайдет любой покойник, потому что там плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус. Вот. Итак, а взойдут, садим и ждем чего? Это будет или просто дикари, или, знаете, как шли эти самые, так называемые, ледовые. Похолодание, тепло, похолодание, тепло, так же, как на балконе. Удастся разбудить. И мы однажды узнаем, а это семечко уже, это не прививка, Ольга, которая это самое, вы же знаете, не существует, вот, этих. А это семечко, тут уж вы никуда не денетесь. Вот. Вы даже можете поучаствовать в этом, хотя бы понаблюдать. Вопрос. Константинович, это я то самое, ладно, не сердитесь на меня там, нас мозги нам запудрили. А вот сейчас, пожалуйста, как там это развивается? Вот. Через несколько лет мы узнаем то, что Латинков считает истиной. Проснутся дикие. Ой, не то. Проснуться, старинное качество. Ведь там же было потепление, похолодание, потепление, похолодание. Вот такие абрикосы, потом вот такие, выжившие после похолодания. Вот такие, вот такие, вот такие, вот такие. Поймаем фазу. И, может быть, впервые мы разбудим там такое древнее, те, которые попали на Землю культурными. О! А ради этого разве не стоит жить? А если они семечко, косточки у меня будут 200-граммовые? Тут уже не Нобелевская премия, тут уже Нобелевская премия. Понимаете? Вот бы Ольга в этом участвовали. Я зла не помню. Вот. И также Сергей, который меня это как там обозвал. И также как Павел, который, что я тупо говорю, утверждаю, что нету этого толку от секаторов. Участвуйте все. Пойдем дальше. Так. 2 года назад заказал сливу Латинкова, привитую на флотуне. В прошлом году под покоя пошел побег. Слива Ринклод. Можно ли этот побег при всей венгерку? Знаете как? Я про флотунь ничего не скажу. Вот нет Латинкова. Все, у нас с вами получился провал капитальный. Вот. Невосполнимые, если хотите. Я флотой не занимался. Я говорю только то, что знаю. Слива Ренклод хорошо идет на сливы. Все. Все остальное не берет, не хочет. Венгерочка. Можно на абрикос. Абрикос на венгерочку. Венгерочка на абрикос. Абрикос на венгерочку. Ну так сложилось, что венгерки ближе к абрикосу. Что ты сделаешь? А? Ольга. Что, опять скажете, что это самое? А он же, я тебя удивляюсь, да, берет у меня, это для Ольги. Я не могу успокоиться, извините, тут не так много писем. Мы же быстренько закончим. Итак, Ольга, та самая, Тимирязевка, вот. Берет у меня Чернобаев, я ему привожу веточку. Веточка венгерки. Венгерка классная, называется богатырская. Вот такое чудо. Знаете, грамм по 50.
Она хрустит на зубах, как хрустит. Вот сейчас полное растение. Это я детство, это я с 5 лет. Это мы это, собирали ее в этом колхозном саду. Деревня, этот самый, как он, Волынская область, деревня Жертнева. И нас посылали туда, как 5 ведер нам, 6, а мы школьники, 5 ведер нам, 6 себе. И я наелся этой венгерки, и вы знаете, я до сих пор люблю. И вот эта венгерка, он ее привил на абрикос, на кажется. Ну, я со цвета абрикоса, вы знаете, плодов. А, вы можете не знать, Ольга. Ну да, откуда же он знать-то? А может, это в магазине видели. Извините за иронию, сами заработали это право. Так вот, чтобы с вами так разговаривали. Она розовая стала. У нас, Сергей, есть вариант белой венгерки. Но это у нас, вот если получится, мы привили молча. Если получится, еще одна сенсация. Но пока держим в секрете. Белая венгерка. А у него розовая. Тут средний вариант. Понимаете? А ведь таких гибридаций не существует. Да? И вот получается как. Вы задали вопрос про ренклод, про сливу венгерку и про флотонию. Я этого сказать не могу. Мы потеряли не просто Юра, мы потеряли гения. До этого, если бы назвал гением, вот всех бы сейчас этих. А вот когда копнуть поглубже, тогда, может быть, и до вас, Ольга, и вам подобных Тимирязев дойдет. Вы знаете, что надо с Тимирязевкой сейчас делать? Срочно, немедленно, все. Вас же закрывают, чертовой матери, если вы там работаете. Если выпускница, гордиться нечем. Нечем гордиться. Одно название. Но в самой Тимирязевке нужно срочно все поменять. Неделю учебы всего лишь. Не делать то-то-то-то-то. Ну, закрепить, один день учить и 5 дней запоминать. Вот, мозги не так устроены. Потом со всего России, вот от Виноградова, вот, который вот он сейчас, о нем говорили, от Латинкова, от Железа, отовсюду. И новая технология, та же самая. Пока хватает того, что в вашей среде есть уже ученые. Вот. А его не уволят после этого, нашего дорогого, этого самого. Ой, фамилию сейчас не скажу, а то правду уволят. Скажу только имя отчество, Александр Юрьевич.